31 декабря Ульяновская филармония и Ленинский мемориал приглашают на встречу Нового года в компании профессиональных музыкантов и превосходной музыки. Гости вечера окунутся в атмосферу праздника уже на входе. Концертная программа обещает доставить удовольствие джазовыми аранжировками популярнейших классических произведений. Гости услышат маленькую ночную серенаду Моцарта, вечернюю серенаду Шуберта, попурри на русские классические темы и другие композиции. Концертную программу исполнит эстрадно-джазовый оркестр под управлением Александра Деркача. Солисты – лауреат международного конкурса Владимир Самарев и Елена Рождественская. 31 числа приходите все, кто может позволить себе получить новогоднее настроение, хорошие эмоции в преддверии наступающего Нового года. Оркестр представляет программу довольно-таки необычную, собственно говоря, под новогодний вечер, но тем не менее она интересна тем, что прозвучат произведения классические в джазовой и эстрадной обработке для эстрадно-джазового коллектива, для биг-бенда. Во втором отделении «Танцы и свидания» на площадке мюзик-холла джаз-банда и солисты появятся в новом качестве заводил танцпола. Впрочем, и тем участникам вечера, кто не любит танцевать, скучать не придется. Ирина Антонова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.